Ну, если вы полгода ходили на курсы родного языка и не смогли выучить базовые слова, хотя бы на бытовом уровне, значит, у вас какие-то проблемы. Если у вас нету желания изучать свой родной язык, значит, вы лишены своих корней. То есть у вас нету желания изучать родной язык, государственный казахский язык, если вы, конечно же, по нации казах. А так, я ваше видео видел, вы говорите, что предприниматель имеет право не обслужить. Нет, такого нету. Это будет дискриминация. Предприниматель обязан обслуживать потребителя на том языке, на котором разговаривает потребитель. То есть на государственном языке, если обращается потребитель, предприниматель обязан это сделать по закону. Изучайте законы, дорогой мой. Көзіңізді ашыңыз, сауатыңызды ашыңыз. Көз ашық, көкірегі ояу. Қазақ болыңыз, сауатты қазақ, сапалы қазақ болыңыз. Соны тілеймін мен сізге.